пришли два новых человека в команду. Это люди явно не 11-12 в ротации, да, будут наверняка. То есть, ну, пару слов о Шунделе и Глебове. За этими игроками мы давно уже следим. И Дмитрия Глебова я знаю еще по национальной сборной. Это игроки, которые, ну, достаточно уверенно себя чувствуют в нападении и в защите. Вот, и мы видели их в Кривом Роге, как агрессивно они играют, насколько они помогают команде. И надеемся, что также помогут и нам. Вот, но что касается их вливания в команду, конечно, это произошло очень все быстро. И у нас мало времени на обучение их на нашей системе. Но я думаю, что они вольются, и все будет в порядке. На вечерней тренировке мы все узнали, как бы, о прекращении существования БК «Кривбас». Я позвонил агенту, и как бы в течение вечера, там полудня, появился вариант с Днепром. Долго не раздумывал, потому что как бы хорошо знаю команду. Команда идет за борьбу за медали, поэтому команда с традициями, с чемпионским настроем, поэтому долго не думал, сразу согласился. Почему был выбор был в пользу Днепра? Я сам набрал тренера, предложил свою кандидатуру, потому что я знаю, что здесь стоят самые максимальные задачи, и это стимулирует меня на дальше, на продолжение карьеры и достижение целей высоких с Днепром. Это новый этап в жизни, снова с чистого листа начинается продолжение моей карьеры в новом клубе. Я рад присоединиться. Тяжело, конечно, в середине сезона менять клуб, но я очень хорошо знаком с тренером, с многими ребятами играл в сборных, и поэтому думаю, что акклиматизация пройдет достаточно быстро. Я думаю, адаптация пройдет быстро, потому что много ребят знаю, играл с ними в сборных командах, с многими играл там в других клубах, там, с Пашей Резиной, Николаем. Всех как бы знаю, поэтому я думаю, проблем не возникнет. Какова роль отводится этим двум игрокам? Прежде всего, мы хотим добавить ротации в команде. Хотим, чтобы у нас было две полноценные пятерки. Я думаю, что это вполне по силам и Глебову, и Шунделю. Вот. И как играть и в основной пятерке, так и быть в ротации, выходить на замену. И прежде всего, это агрессивная защита. Ну и, конечно, я думаю, что и Шундель нам может добавить скорости в нападении. И Дмитрий Глебов может добавить своими пониманием баскетбола и своими действиями защитными и агрессией нападений. Тренер какие задачи ставит? То есть какими он видит вашу роль в этой команде? Мы обсудили, как он видит меня на каких позициях. Во-первых, сразу не буду я там получать, там, как в Кривом, 30 минут. Он мне озвучил, что ему это не нравится. И он будет лимитировать время всем примерно одинаково. Но если ты играешь, там можешь получить на 2 больше минуты, на 2 меньше. Поэтому с этой ролью я полностью согласен с ним. Ну, а как буду показывать себя на площадке, так и будет выглядеть моя игра. Я уже достаточно взрослый игрок, играл не в одной команде. И не вижу в этом проблемы выходить со скамейки. Это решение тренера. Я буду максимально готов к игре. И это не повлияет ни на какие вообще, ни на что.